Девчонки, привет, привет. Я сегодня видео такое, знаете, это демонстрация, да? Демонстрация. Так, я просто не знаю, какую мне губную помаду выбрать. У меня теперь, вот видите, их тут много, да? Я там в конце вам пущу ролик, который я выпускала в сторис, выпускала у себя в Телеграм, выпускала в сторис ВКонтакте. Вот эти две губные помады. Это классика. Она такая плотная. Это уже смягчающая, без парабенов. Вся продукция в компании Essence без парабенов. 0,2 и 0,3. Но у меня также есть вот такой бальзам увлажняющий. Тоже ловкий. Ловкий. Крутой. Я бы сказала, крутой. А есть у меня вот еще волшебная коробочка, да? Убираем ее. Есть у меня еще от компании, неоднократно показывала, это стойкая губная помада, такая коралловая, и просто блеск. Они мне все нравятся. И один контур у меня сейчас, у меня контур один есть от компании NYX. И есть еще второй контур, более прозаик, я купила в Кике через Валберис. Мне тоже очень нравится. И я вот сейчас хочу вам продемонстрировать. Да, сама не знаю, еще хочу продемонстрировать, какую помаду. А почему так вот поставил камеру? У меня зеркало, знаете, над вами. В зеркало смотреть, я смотрю непонятно на кого. Я хочу продемонстрировать все-таки вот эту вот еще раз коралловую, сама на себе ее испытать, потому что сейчас уже лето. Нужно посветлей. Запах просто бесподобный. Угу. А я много не надо. Все. Видите? Такая классная губная помада. А блеск я его просто иногда наношу, знаете, на помаду. Или просто контуры помады. Он вот такой вот. Вот. Ну, считай, что он бесцветный, да, но... Ой, он классно увлажняет. И вот такой еще бальзамчик для губ. Это просто спасение. Зиму мне просто спасал. Тоже у него вот такой вот цвет. Он такой, видите, такой нежный. Просто контур. И он, знаете, так вот выкручивается вот отсюда. Вот. Что мне нравится. Это не точить. Нет. Нанесла. Но лето можно будет носить, конечно, не с этой рубахой, в домашней одежде. Угу. Ладно, все. Смотрите следующий ролик. Ну, что-то захотелось показать все свои губные помады. Приходила девушка ко мне на ногти, там в Магнит Косметика какая-то распродажа от Дживанши губной помады. Я у нее попробовала стойкую. Она стягивает губы. Вот это вот стойка я нанесла, да? Сейчас сижу. Нифига не стягивает. Очень легко. Какой богатство. О-о-о, для нас, девчонка. Все ссылки под видео. Спасибо за внимание. Такое маленькое, коротенькое, обозревающее видео. Я вас люблю всех. Пока-пока. Как я говорила, я от старых, от своих уже избавилась. И, в принципе, вот больше ничего и не нужно. Вот две вот такие вот. Они такие плотного нанесения. Бальзам для зимы. Блеск смягчающий. Стойкая губная помада. И контур, который подходит абсолютно ко всем. Ну, вы знаете, что у меня практически однотипные все губные помады. Хочу, значит, еще вот из этой серии, из классической заказать. Самый первый там у них нюдовый оттенок. Мне прям он так нравится. Этот вот, видите, какой. Это вот 0,3, да? Ну, такой вот более
Потемнее, конечно. Но тут прям вообще такой натуральный-натуральный. Сейчас, наверное, закажу тоже в Essence. Ну все, пока-пока, девчонки. Пока-пока. Захотелось просто сделать обзор.